sabio. Me hice sentir millonario cuando los años nos pesen y las piernas no caminen. Los ojos se nos cierran y la piel ya no se estire. Cuando lo único que pensé es lo que hicimos en vida. Y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida. Oh, 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 el amor de mi vida. Всем привет! Это снова Домиряу и Лилу. Лилу, размялась? Да-да. Всем привет! Сегодня у нас шестая серия выпуска 50 социальных связей для бачаты. Напоминаем, что эти связки социальны, но вы должны обязательно знать все основы ведения. В противном случае у вас ничего не получится. Поэтому, если вы чего-то не понимаете, либо спрашивайте нас, либо обратитесь к своему преподавателю, показав ему видео. И обязательно, я думаю, все вам покажут, расскажут. А теперь приступим, собственно, к связке. Итак, начнем. Начнем мы, как и многие связки до этого, с открытой позиции и идем обычный basic. И раз, два, подготовочка на поворот. Девочку подготовили и начинаем вращать. И пять, шесть, семь, восемь. В конце мы девочку выкручиваем в сторону. Девочки, здесь очень важный момент. Мы всегда следуем рамки партнера. Окей, теперь у нас идет самая сложная часть. Нам нужно повернуть девочку в немножко необычной позиции, неестественным образом выворачивая руку. И раз, я ее перевожу туда, чтобы для девочки это было поворотом, и она могла почувствовать следующее, что я буду ее увозить обратно. Два, три, четыре. На 3-4 я кладу руку девочки себе на плечо, не на плечо, а на лопатку, а сам кладу свою руку туда же. Теперь у нас будет, мы проведем девочку сюда, в сторону, а сами должны будем ей уступить место. Поэтому мы будем ее двигать сюда, а сами отойдем назад и вернемся на ее место. И, самое главное забыл, мы нашу ручку будем уводить сверху, чтобы, не дай бог, ее не ушатать. И 5, 6, 7. Просим ручку, просим вторую ручку. Девочки, здесь очень важный момент. Так как вас опять оставили ручку вашу в соло, соответственно, мы можем этим шансом воспользоваться. И 5, 6, 7, 8. Итак, у нас руки крест-накрест, и мы готовы сделать следующее движение, second step с поворотом. Для девочки это базовый шаг. 3 переноса веса и 1 приставка. С поворотиком у нас обычный базовый шаг на месте. И 1, 2, 3, 4. Сделали. Теперь сделаем на 5-6 небольшую оттяжечку. 5-6. И заберем девочку к себе, закинув руки ей за голову. 7-8. Замечательно. Здесь мы руки отпускаем, а дальше пойдем в движение ромпа аделанте. И 1, 2, 3, 4. Девочки, вот здесь, когда руки ваши находятся за головой, у нас партнеры их освобождают, и, соответственно, мы можем увести руки по большой дуге, обняв партнера. А отсюда немножко необычный двойной слайд. Сделаем, только делайте его, пожалуйста, поменьше, покороче, потому что большие широкие двойные слайды сделать для девочки гораздо сложнее. И 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3, 4, 7, 8. Вот как-то так наша шестая связка закончилась. Всем-всем большой рахмет, что лайкаете, поддерживаете. Увидимся в следующей связке. Она будет просто бум! Раз. То есть, простите, 5. Нет, раз. Блин, я забыл. Здесь очень важный момент. Мы сохраняем рамку свою на... Как нашу ручку освободили, мы можем ее увести в красивый леди стайл. Так, как это делаю я. И 5, 6, 7, 8. Итак, руки у нас крест-накрест. Девочки, и так как у нас осталась ручка свободной, мы, конечно же, уведем ее в лицо. Нет. Что
Что ты раньше не сказал? Ну, я не сразу видел. Я? Да. Девочки, так как ваша рука осталась...